Уюштура токшойт Максат Алимов. Соку жана кандай кереметтүү соку, бирок ошентсе дагы тоо үчүн дагы деле күрөш жана бул ирет мына айып айынчада тоо үчүн күрөштүн чыгуу аракет көрүүдө. Кевин Инкум борбор бөлүккө жакшы бир мүмкүнчүлүк, алай чабуулда сол канатка топту узатса болот, андан ары кыска пас менен ойногонго мүмкүнчүлүк барбы? Жок, соку жана мыкты мүмкүнчүлүк. Мына ошентип андыктан дагы деле чың алуу майдан үстүндө азырынча суу элек. Кайрадан топ менен Абдрахманов оң канатка, Аджиниязов, Аджиниязовдун экинчи кабатка көтөрүлгөн тобу өтө го. И уже Алаев стремляется в контратаку. Коджо Джоэль с мячом на правом фланге. Поднимает голову. Подает. Удар по воротам. Мимо. Совсем немного. Биринчи каганат. Экинчи кабатта кайрадан күрөш. Джоэл Коджо. Жакшы бир мүмкүнчүлүк алайда. Айып айынчага кирип көрүүдө. Жакшы бир мүмкүнчүлүк ээ болушту. Эми болсо пас керек. Пас бар. Соку жок. Каганат кайрадан коргонуудан чалгойту аракети. Алыстан соку. Ийгиликсиз. Жок. Жана ушул өзгөчө бир толкун менен башталган чабуул жыйынтыкка келген. Жок, катачылык, каганаттан жакшы мүмкүнчүлүк жана буштан чыгарып берүү. Катачылык. Абдрахманов. Аджиниязов. Заброс. Там Хожо Джоэль дотягивался до мяча. Подача на дальнюю штангу. Абдрахманов бьет поворотом головой. Еще удар. Мимо. За боковую линию. Каганат быстро вводит мяч в игру. Касымов. Передача. Налимова. Вход в штрафную площадь. Максат. Обыгрывает соперника. Будет бить поворот. Самый последний момент. В посток. Подача. Удар. Вратарь на месте. Виктор Кельм подбирает мяч. В окружении четырех человек он там. Нарушение правил. Еще одна желтая карточка. И это вторая желтая карточка. У Процишина Кирилла. Лаевцы. Свисток. Разыграли. Подача. Нет. Передача. Будет удар. Обратная передача. Хорошо разыграли. Смотрите, каганатовцы. А? По футзальному, скажем так, наверное. Тренер команды Каганат. Соперника даже, который у своих ворот находится. Алай в атаке. Удар по воротам. Гол! Задев кого-то мяч. Рикошетом влетает в ворота. И вышедший на замету Азиз Кельдьяров забивает первый мяч в нашем матче. Счет 1-0. Ну вот, может быть, стоило раньше удалиться, а, игроку Алая, чтобы наконец забить гол. А. Не прошло и пару минут, наверное, как было удаление. Потеря мяча. И Алаев 2-2 атакует. Хочу Джиэль с мячом. Направо. Забьет. Удар по воротам. Мимо. Как же так? Азиз Кельдьяров имел... Абдрахманов головой на Хочу Джиэля. Смотрите, два против двоих. Входит в штрафную площадь. Передача. Не штрафного. Арстан Худайбердиев спокойно забирает мяч. Жардам керек албетте бул абалда. Жакшы бир күчүрүк алай чабуулда. Эми пас керек. Соку, пас, 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 пас бар. Кевин Инкум жана бара келди. Дагы бир соку, рикошет. Сарап кагаз азыр. Ова, дал ушунда сарап кагаз. Ой-ой-ой-ой. Бекир келишпестик. Бир аз ушу эмоция калдырып жатышат оюнчулар. Дагы сарайып калабыз. Кызыл бу. Ова, дал ушундай. Максат Алимов. Эки сары айып кагаз менен айыпталып, учурда кызыл кагаз менен айыпталды дагы жана бет. Аджиниязов артка. Катачылык, алыстан соку керек. Алыстан соку бар жана Дастан Алыбеков баракелди. Жол Коджо, Жол Коджо топ үлгүрдү. 3-1. Жакшы бир мүмкүнчүлүк алай үчүн оң канатка чыгарылган топ жана соку керек. Соку бар Арстан Кудайбердиев баракелди.